я напишу себе осенний стих, пока не пожелтели листья клёна, и стук часов, покуда не затих, и слышу голоса своих знакомых. Итоги своей жизни подвожу, писанием ошибки проверяю, и как судья со строгостью сужу о том, что даже ближний мой не знает. На поле удаляют сорняки, заботой о хорошем урожае, мешают жить привычные грехи, и с этой грузом я изнемогаю. Ведь хуже, к сожалению, только мне. Когда наступит осень, кто поможет? Что жизнь прошла в духовной тишине, а будет жатва, это и тревожит. Конечно, можно вспомнить и других, кто хуже и с большим греховным грузом. Мне не придется отвечать за них, и адвокат перед судьей не нужен. Приходит осень, скоро листопад. Посев давно прошел, и будет жатва. Как ныне отвечает Божья благодать. Быть твердым, пока нива не пожата. Аминь.